Наркомания, алкоголизм, табакокурение – болезни 21 века. В плену этих болезней может стать каждый, независимо от происхождения, образования, возраста или же образа жизни. Каждый находится в зоне риска, и об этом мы не можем не говорить. Погоня за новыми ощущениями может привести к безвыходному лабиринту парка аттракционов, выход из которого найти не так-то просто. Качели, карусели и зал кривых зеркал. Как радовались люди, кричали там и здесь, что никогда на свете не вздумают взрослеть. Мне помогает.
зачем тебе они, когда у тебя есть все?
остается только плакать мне, остается только плакать мне. Шары воздушные, непонимание одномоментное, только для вас. Отдам безвозмездно, но цена привыкания. По моему мнению, сделка неограненный алмаз. Воздушные шары, прекрасные шары. Я хожу в театральную студию. Я мечтаю стать актрисой, играть в спектакли, сниматься в кино. Но мои родители хотят, чтобы я стала врачом, как и все в моей семье. Они меня не понимают и все время требуют, чтобы я бросила театральную студию. Твои увлечения им неинтересны. Однажды я сбежала из дома, и чтобы развеяться, мы с подругами пошли в клуб. Там я встретила одного знакомого, который предложил мне средства, чтобы расслабиться и забыть о своих проблемах. Я долго сомневалась, ведь это был наркотик. Разве это наркотик? Это развлечение, чтобы забыться, а может и осуществить свою мечту. И я попробовала. Мне говорили, что все будет хорошо, и я забуду о своих проблемах. Стали появляться навязчивые идеи. Я стала бояться даже собственных рук. Я лишь на секунду приходила в себя. Частые перепады настроения сводили с ума меня и моих близких. В родителях я видела только врагов. Я не понимала, что они хотят помочь мне. Потом я узнала, что от этого наркотика люди умирают. Но я не верила и думала, что со мной этого не произойдет. Но я ошибалась. Yeah.
перемазать. То в профиль, то в анфас. Попробуй скорей. Пример. Волшебные маски. Знаешь, я так счастлива. С первой нашей встречи я знала, что ты моя судьба. Я так мечтаю о большой семье. И она у нас обязательно будет. Не отпускай мою руку, держи.
людей. Нас берут на испуг, нас измором берут, никаких новостей, бьет под дых тишина. Южный полюс закрыт от зимы до зимы. Безрассудочен был пилигримов юнцов, не дождутся весны. Сидев на корней платьях для мертвецов. Держи меня за руку, только, пожалуйста, крепко держи меня, я не пожалуйста. Сердце в плену не способно на шалость. Если не хочешь пойти и молчи, я путь свой сама устелила пожарами. Я там отчаянием, страхами, ранами, кровью без крови, ожогами, шалами. Не отпускай мою руку, держи. Наркотики в подвале закоулки. Притоны, пьяные продукты.
лишь тогда ты будешь вспоминать, как омерзительны такие вечера. Довольно! Все, что вы видели сейчас, это иллюзия. Призрачный, страшный мир, в лабиринте которого нет ничего, дающего человеку радость творчества, любви, дружбы, здоровья. Ребята из молодежного театра «Синяя птица» городского дворца культуры. На протяжении 2 месяцев они посвящали все свое свободное время занятиям, репетициям и подготовке. Театральные постановки «Парк опасных аттракционов». Мы хотим еще раз пригласить на сцену всех участников молодежного театра «Синяя птица». Ваши аплодисменты!